чуть-чуть помогает. Это только начало. Так, ну еще надо вот эту кучу надо на тачку туда высыпать. Потом что сделать надо еще. Вот это вот я разровняю под клумбу. Кенту помочь надо. Раньше он мне помогал, сейчас я ему помогу, правильно? Правильно. Так, ну все, закончил. Братан, помогаю тебе по-братски. Ты помогал мне на зоне, когда я сидел. Когда я освободился, ты тоже мне помогал. Теперь моя очередь, понятное дело. Так, все, была куча, разровняли пару куч, так сказать, да. Ну, здесь тоже. Была куча, да не стала. Все, братан, все будет нормально. Да, кстати, во время работы я еще и тренировался, как обычно, ребята, но все по факту. Ну, понятное дело, что работал, понятное дело, что все это тяжело физически. Ну, короче, нелегко я делаю это каждый день. Ну, и во время работы каждые 15 минут ходишь, делаешь, один подходит. Так, широким, например. Например, таким. Или на ножках. Ну, сами знаете, на спину идет, да? И на брусьях. Так что занимайтесь спортом, не употребляйте наркотики. Братан, все будет нормально.